такси до свидания. Ну, потому что стекло, стекло рабочее время. Но приваливает это важно, это противоречит показаниям свидетелей. Да, прервали важный допрос свидетеля, как раз господин Колесников, который является внуком ветерана, ну, дело о клевете на ветерана, так, соответственно, это был внук ветерана. И в ходе допроса выяснилось, что ни он, ни его дедушка не подавали заявление о преступлении в отношении Алексея. Но в материалах дела такое заявление есть. И, соответственно, ну, вот Алексей этот момент скрыл. Мы просили на обозрение представить свидетелю этот документ. Суд не дал это сделать и объявил перерыв на 12 февраля на 10 утра.